Так, утилизация, так. Ебать, как с ними биться? Дополнительное что? Ядро? Что нам не дает? Медицинской станции надо заменить, ладно. Главное не потерять это все дело. Здесь, блядь. Спали. Ебать, с одного удара пиздец какой-то. Не, лучше здоровье. Так, нет, стой. Come back anytime. Спалился, сука.
4000 все-таки. О, они не остаются? Это хорошо. Я аж вылетел, блядь. Ой, жесть какая, а. Так, я походу понял, как с ними надо. С этими ребятками. Please remember, сейчас все будет. Safety at work is our highest priority and should be yours. Быстрей, барахлишко. Так, в тот момент, когда он на нас нападает с разбегу, надо ставить блок. Тогда нам еще повезет. Давай, падла. Чё, и чё? Пошла жара. Поставил. Даже с
сложно прям предугадать, когда он ударит, чтобы поставить блок. Тяжкая херня. Please remember, safety at work is our highest priority and should be yours. Быстрее, быстрее, чтобы запчасти не пропали. Сука, мудила, чуть не убил. Блять, вот эти попытки дикие вообще, они так убивают просто. Come back anytime. Половину хп, пиздец какой. Что такое-то? Блять, какая жесть. Be careful out there.
Если что, умрем поближе. Ходи, блядь. Мать, что за лютая херня? Блять, я троих там ушатал, nice такие day, же одинаково. Warren. Попытка хрен знает какая. Готов, падла. Какая жесть, а. Высокотехнологический лом. Обычная ерунда. Механизированный противовес. Получен новый имплантант. Так, и где нам его применить? Так, надо в медицинский центр идти. Шакальское место, а? Ладно, друзья, здесь серию закончим. Всем спасибо. Пока-пока, блядь. Воротик. Фу. Ну, теперь можно и прощаться. Пока-пока.